Итак, друзья, здравствуйте, привет всем. И это опять вот ролик мой, я смотрю как бы другие ролики. И, кстати, Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54 и все остальные вещи находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, и там все это смотрите, узнавайте и познавайте. Сегодня у нас Малая. Вы, наверное, все можете знать, что недавно у нее был конфликт там с Франклином Стронгом. Сейчас, погоди, нужно кое-что проверить. Все отлично. У нее недавно был конфликт с Франклином Стронгом, видимо, поэтому комментарии отключены до сих пор. То есть, типа, я не знаю, что, или она просто не хочет их накручивать, чтобы их было более... Я не знаю, то есть, вариантов, почему комментариев нет, их может быть много, но до сути мы не докопаемся. Давайте Привет, смотреть. с вами Малая. Привет. Давно мы с вами не виделись именно в роликах. Давно не было видосов с вебкой. Надеюсь, вы по мне Да. соскучились. Я надеюсь, что по мне тоже, потому что у меня видосов тоже давно не было с Потому вебкой. что я по вам, да. И сегодня Я будет тоже по вам, да. вторая часть. Продаю машины за цены, которые предложат сами игроки. Офигеть. Я думаю, будет весело и интересно. Вторая часть через год, это как сам по обзору, ребят, только сам по обзору не будет. Смотреть на их реакцию, поэтому перед началом обязательно, кто не подписан, подпишитесь на канал и давайте под этим роликом постараемся собрать 700 лайков. Я думаю, это не очень сложно, поэтому если каждый из вас прижмет лайкосик, то Не мы это вполне собрали. осилим. Желаю всем приятного просмотра. У меня достаточно много машин, поэтому нам сегодня с вами будет что продавать. Ну а помимо этих тачек, мы с вами еще сразу же купим на автобазаре какую-нибудь машину и сразу же прям при всех ее сольем. Давайте не будем затягивать, я Давай не полетела будем на затягивать. автобазар. Для начала давайте, наверное, какие-нибудь тачки распакуем. Например, возьмем Мерседес, загрузим его сейчас. Как он вообще выглядит, я уже не помню. Ой, чей-то велосипед случайно телепортировала. Блин, Ну ты извините. даешь. А, вот он как выглядит, розовый Мерседес. Помню, помню, я его, по-моему, словила на слете машин, на массовом слете. Вроде бы тогда именно я его словила. Жалко, А конечно, может быть и не продавать тогда я его, его ничего не словила. сделаешь ради ролик. Ну, Блять, что давайте происходит? сейчас попробуем. Блять, да почему все лагает? Алло, блять. Жалко, конечно, его продавать. Блин, ну чего не сделаешь ради ролик. Ну давайте сейчас попробуем его продать за цену, которую Ради ролик. предложат сами игроки. Блин, я надеюсь, хотя бы не $1, потому что за $1 мне прям будет супер жалко его продавать. Хотя бы там, не знаю, ну, лямов за 10, может быть, кто-то возьмет. Потому что мне кажется, он стоит гораздо дороже. Продам мерс, кто за сколько возьмет? 17. Давай. Слушайте, ну 17 лямов я готова. Готова за 17 лимонов, потому что такую машину мне было бы жалко отдавать вообще за дешево. А 17 лямов это хотя бы, ну, это хотя бы не один вирт, поэтому первая машинка у нас на самом деле нормально так продана. Давай 14. Эй! А, у меня купил кто-то за 17. Ну Ничего все себе. нормально. Ну кайф тогда. Все. Ты опоздал. Упс. Не, ну за 17 миллионов я готова расстаться с этой машиной, хотя бы не за один вирт. Ну Давайте тоже доставать правильно, следующую да. машинку. У меня есть Lexus Sport S. Я как раз хотела эти машины продать, потому что я, в принципе, ими практически не пользуюсь. Надеюсь, его тоже за нормальную цену заберут. Продай Lexus. А вот и клиент. За сколько? Отлично. Ну какая твоя цена? Ты же продаешь. За сколько купишь? Я бы за 10-5 купил. А у меня выбора нет. Давай. Блин, слушайте, пока нормально тачки раскупают. Пока вообще топчик. Я даже не ожидала, что так быстро будут тачки покупать. Ну, крупно, конечно, на самом за деле. цену же, Я думаю, которую сейчас вот люди кто-нибудь один назначают. просто эту тему прошарит. И потом налетят вообще миллионы. Как это было в одном из недавних роликов. Все, Так, тачку забрали. последний ролик был год назад Далее. такой. Lexus, которую я продала за 10,5. Этот чел, смотрите, встал и продает теперь за 14 миллионов. Ну, барыга, конечно. Рыга такой, Блин, да. что-то здесь вообще нету никаких классных машинок, которые можно было бы купить. Ладно, вот эта бэха стоит, М5, F90, она красивая, давайте ее возьмем. Давай ее возьмем. Сейчас продам. Ля, посмотрите, какая вообще сосочная машина. Блин, чел, ты чё летаешь около моей машины? Это Нормально читер. всё? Спустись на землю. Ну ладно, будет с нами теперь здесь гонять. Продам Как за вашу питомец. цену. 10к. Да ладно, пацаны, ну блин. Ну так нельзя было. Вы серьезно? Я думала, вы хотя бы не такими наглыми будете. Черт. Ладно, предложу тогда этому Ника за 10 тысяч, потому что он был первым, кто написал 10к. Блин, и он куда-то пропал. А, вон я его вижу, он стоит. Давайте я ему тогда за 10 тысяч бросаю. Молодец. Повезло пацану. Повезло мужику, конечно. Он, правда, далеко стоит. Он вообще, наверное, забыл уже то, что он хотел мне ее купить. Я не знаю, сейчас за посмотрим, 10к. возьмет он ее вообще, нет? Бля, перекинь, ПЖ. КД минуту. Ну чё ты так, Ника? Блин, я Пиздец, такую ёбаный машину Ника. за 27 лямов я ее взяла, а он Как ее же не ты берет. так, Я Ника? далеко был. Пожалуйста, прошу.
Ладно, давайте я уж ему кину. Раз начала ему, ему тоже кину. Пусть порадуется, пацан. Давайте вообще посмотрим его статистику пока что, пока мы все равно ждем. А, ну слушайте, он не такой-то уж и бедный. У него вон НРГ даже есть. 10 лямов на аккаунте. Ладно, держи, я же обещала. Все, забирай тачку. Молодец, Кая. Все, тачку он мне забрал. Кая обязательно. И все, только СПС, а где там вау, ничего себе, ты реально неблагодарный. Продала. Просто СПС, просто СПС. 27 миллионов человеку просто только что подарила, а он СПС. Да. 27 миллионов на резоне мало. У меня здесь завалял. Что, бля, я только что запись выключил. Форд Мустанг, давайте, может быть, его попробую продать. Хотя, блин, он такой красивый, вот его я реально больше всего, мне кажется, не хочу продавать. Да его за 1к купят. Он сочный, он просто топчик, посмотрите. Мне кажется, я лучше с бэхой со своей расстанусь, которая стоит, наверное, в 3 раза дороже, чем этот Форд Мустанг продам. Поэтому нет, отмена, давайте загружаем тогда BMW за 4-ю. Она, кстати, тоже немалых денег стоит. И, по-моему, их на сервере вообще тоже ограниченное количество, потому что я очень давно не видела, кстати, такие машины даже. Ну, короче, сейчас ее и продадим. Ну, красивая, красивая, конечно, машина. Правда, ненавижу машины, мне пиздец. Надо сделать скрин для превью. Блин, купили! Черт! Камон! Зачем так быстро? Кто вообще взял? Я даже не знаю, зачем вы ее взяли, ребята. Я скрин даже сделать не успела. Блин, 10 лямов, это реально было очень мало. А, вот этот Альфа ПВП ее купил. Да, блядь, что? Я осуждаю, блядь, какие... Блядь. Я не хотела, чтобы так вышло. Я же не думала, что на нее сразу налетят. Пиздец. Она, может, стоит даже, не знаю, 50 лямов, а я ее только что за 10 продала. Пиздец, давайте с третьих машин... А какое превью у нее, как думаете? Давайте чекнем. 10 тысяч. Так, блядь, не 10 лямов, 10 тысяч тогда. Получи еще превью такое выцвевшее, знаете, у них у всех. Немножечко приспустимся на землю и купим. Вот обычный Султан за 6 миллионов, я прям сейчас его заберу у него. Нифига себе здесь пробег 9 километров. Мне кажется, у меня вряд ли кто-то согласится его забрать. Ну ладно, я сейчас кому-нибудь его все равно продам, мы кому-нибудь его сейчас прикарманим. Угу, может так быть, и за 10к, а может быть, не знаю, хотя бы лямы за 3 кто-нибудь заберет. Если будет совесть вообще у этих людей. Да и совести не будет. А никто ж не предложил, почему она такое сделала. У меня его купили за 5 миллионов, чел. Зачем? Зачем ты купил его за 5 миллионов? Я пытаюсь просто сделать скрин на превью. Выставила его за миллион. Почему нельзя сделать фейковый скрин? И он его зачем-то взял. Чуваки, дайте просто скрин сделать на превью. Вы че покупаете все подряд? Тачка же вообще дерьмовая была. Мне кажется, Султан не стоит 5 миллионов. Чел его за 6 продавал, я продала его за 5. Короче, я ничего не поняла, что сейчас. Нормально, в плюсе, в плюсе. На самом деле, какой-то бред произошел. Ну окей, окей, пусть катается. Я, в принципе, в минусе на 1 миллион. Для такого ролика вообще не страшно. Ну да, да, ролик-то хайповый, реально, 3000 просмотров. Забрал, так забрал. У меня здесь в инвентаре есть 2 сертификата на читаху и 1 на Эленгию. Давайте я сейчас одну новенькую читаху себе здесь активирую. Чисто только с завода приехала. И сейчас кому-нибудь ее, ну, либо подгодим, либо продадим за ту цену, которую предложат. На самом деле, чтобы вы понимали, раньше читаха это была моя вообще просто любимая машина. И когда я просто играла в сам еще 3 года назад, я гоняла только на ней. Продаешь? Да. Цена? Твоя цена. Блин, Андреасу не буду предлагать, потому что он уже прошаренный и видел, как я тачку сливала за 10к. И вот этому Альфе тоже ничего не буду предлагать. Это Альфа, это нахуй такое надо. Потому что он тоже уже прошарил эту тему тем, что я продаю тачки за очень дешево. 3к дам. Ну вот, отличненько. И продадим тогда за 3 миллиона. Выставляю транспорт, пусть забирает. Мне кажется, он больше обрадовался читахе за 3 миллиона... Чем тот чел, которому я продала, блин, Мерседес или Беху, которая стоила 27 лямов. Я уже не помню, что это было, но, по-моему, от него больше эмоций. Капец, ну, да, что-то какие-то игроки вообще стали зажравшиеся. И ну, такие уже все богатые, да, такие. Ну, да, да. На этом у меня все, я надеюсь, видео... Все, видос реально динамичный, крутой, я не успел даже заскучать ни разу, реально. Вебка зависла. Две точки. Всем пока. Пока-пока, все, жду новых роликов, надеюсь, что все будет отлично, классно и круто. А на этом все, друзья. Аризона, Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда и там все это узнавайте, познавайте, узнавайте. До свидания всем.